Прости меня, боженька. Мне кажется, что эта девушка не та девушка. Почему я так чувствую? Она выросла вдали от меня, может, из-за этого так? Почему, когда я смотрю на нее, я не трясусь? Почему я ничего не испытываю? Госпожа Нуран, здесь появилась пыль. Хорошенько протри здесь, хорошо? Чтобы было чисто. Я вытру, вытру, конечно. Прошу вас. Приветствую. Приветствую, родственница. Разия, что ты здесь делаешь? Я сюда постоянно прихожу. Как ты, дорогая Нерминушка? Все нормально, добро пожаловать. Но мы не слышали звука двери, как ты попала внутрь? А, ваша Мелек открыла мне. Она выходила на улицу, и я как раз успела в этот момент зайти. Она молодец. Она такая воспитанная, такая милая девушка. Я решила пойти к вам и увидеть вас обеих и выпить кофе. Хорошо. Нуран сейчас сделает. Я сделаю, конечно, сделаю. Ну хорошо, пойдем, выпьем на кухне наш кофе. Здесь уборка. Ну, дорогая Нермин. Давай, рассказывай. Ты, наверное, очень счастлива, находясь рядом с дочерью своей. Не знаю, Разия. Я же говорю, чего-то не хватает. Не могу понять. Хорошо, Мелек моя дочь, а я ее мама, однако... Не могу быть спокойно рядом с ней. Внутри какое-то предчувствие. Ну... Это нормально, что у тебя есть такое предчувствие? Ну, то есть ты хочешь, чтобы вы сразу относились друг к другу очень по-теплому? Ты хочешь, чтобы она тебя любила, а ты ее? Но такое происходит постепенно, Нерминушка. Ты так думаешь? Конечно, я думаю так. Слушай, ты ее совсем не знаешь, она тебя совсем не знает. Ну, то есть, конечно, вы будете чувствовать себя чужими. Ой, ну не знаю, Разия. Надеюсь, все так, как ты говоришь. Но ты уверена, что ты отдала Мелек то колье? Ну, в день ее рождения. Я просила на кроватку ее положить. Ну, конечно, я положила. Ну что ты? Я что, обманываю, что ли, тебя? Ты ж прости меня, Разия. Я не могу назвать ее дочерью, не могу ее обнять. Видимо, это из-за этого. Из-за боязни Аднана. Я свою дочь записывала в этот дом как служанку. Я очень злюсь на себя, Разия. Мелек моя дочь, но Аднана ничего этого не знает. Он не знает, что я похитила Ягыза, а взамен отдала другой семье свою дочь. И теперь это очень сильно давит на меня, Разия, очень.